Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достоинство достигла царского». И сказал Эсфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в судах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, и ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю». Вот это самое жертвенное отношение – попоститься за народ, особенно за молодежь. Прошу вас помолиться за всю христианскую молодежь и за всю молодежь во всем мире. Время последнее. Пусть Бог нас благословит для молитвы с постом, потому что это самое важное мероприятие и самое важное, можно сказать, жертвенное служение, когда мы в Новом Завете ничего не можем больше принести в жертву Иисусу Христу, чтобы услышана наша была молитва, это попоститься. Пусть Бог благословит нас в этом святом деле, чтобы молодежь шла ко Христу, потому что другого пути нет для спасения, для того, чтобы угодить Богу, для того, чтобы посвятить жизнь Иисусу Христу от начала до конца. Пусть Бог вас благословит всех и нас, в России, подвязаться за это святое дело.